Всем привет! Сегодня хочу рассказать о такой простой вещи, как компас. Если вы отправляетесь в лес, в поход, на рыбалку, на охоту, то обязательно с собой берите обычный простой компас. Многие, конечно, скажут, что сейчас век цифровых технологий. На телефонах есть и навигация, и можно установить приложение. Но если вы вдруг заблудитесь в лесу, и у вас сядет там, допустим, телефон, разрядится батарея, то вы уже ничего не сможете сделать. А компас — это незаменимый помощник в этом деле, поэтому он нужен вам всегда. И сейчас я вам покажу очень простой принцип, как им пользоваться. На самом деле все очень просто. Вот, допустим, идете вы по дороге, приехали на машине там или пешком откуда-то вышли, запоминаете вот эту дорогу, к примеру, поворачиваетесь лицом к лесу, куда вы будете заходить, и вот теперь вам нужно первый раз посмотреть на компас, а именно посмотреть, где у вас точно север. И вам достаточно запомнить всего лишь одну цифру. В моем случае это даже не цифра, а буква S на компасе. То есть я захожу в лес туда, когда буду выходить из леса и искать дорогу, мне надо будет ориентироваться вот на эту букву S, то есть идти в обратную сторону от стрелочки. Еще хочу уточнить один нюанс. Если вы в лесу находитесь пешком, а не на машине, то лучше всего запоминать либо в какой стороне находится большая трасса, которую вы точно никогда мимо не пройдете, а не проселочную дорогу, либо надо запомнить, где, в какой стороне находится ближайший населенный пункт, чтобы можно было выйти к нему. Ну, это случай, если вы заблудились. Ну, еще раз для закрепления. Вот, допустим, стрелочка указывает точно на север. Вы запомнили, что у вас с противоположной стороны, допустим, дорога, ну, она не важна, она может быть там левее, правее. Просто вы запоминаете, встаете спиной к дороге, смотрите, куда у вас указывает компас, а дальше нашли в лесу грибы, крутитесь там, допустим, заблудились. Смотрите на компас. Я вам, как показывал в начале ролика, мне надо идти в сторону буквы S. Разворачиваемся. Вот она, S. Ну, я далеко не стал отходить. Вон она, друзья, дорога, на которую мне надо, допустим, выйти. Все очень просто, элементарно. Вот такой вот, друзья, очень простой и всем доступный способ, как пользоваться компасом без всяких там азимутов, я вам показал. Надеюсь, что кому-то это будет полезным. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Не заблудитесь в лесу.